Всем привет, с вами Юля. В последнее время эта работа очень часто мелькает в видео. Может быть, вы немножко подустали от этой работы. Но что делать? Она у меня сейчас в основных, продвигается такими небольшими шагами, но тем не менее я постоянно, ну как она у меня в ротации постоянно находится, и я вышиваю ее, поэтому и часто она попадается. Вот, сегодняшнее видео будет о моих некоторых планах на, так сказать, до конца года. Я вообще в этом году плана не ставила, но решила, какой-то вектор все-таки себе нужно задать, потому что все равно эти работы, они у меня, так сказать, в уме крутятся, и я их сама себе вроде бы как ставлю в планы. Ну, поэтому я подумала, ну почему бы с вами не поделиться этими планами, если что-то не сбудется, ну так случается. Не первый раз, что что-то озвученное может и не вышиться. Но в любом случае хочу себе задать вот этот вектор, да, куда я двигаюсь, с какими работами я должна поработать, что нужно повышивать, что нужно по максимуму продвинуть, либо завершить. Вот. Ну и первая работа в планах на завершение, именно на завершение, именно на сентябрь месяц, потому что она у меня в СП, она у меня обязательно, это панна земля. Вот ее, как бы, как говорится, в любом случае мне нужно завершать. И вот сегодня я сейчас видео доснимаю, ставлю кюснап, организовываю и вперед буду вышивать. Вот, поэтому сильно останавливаться не буду. В принципе, для вас эта работа знакомая, поэтому я вам ее показала. Будем надеяться, что в итогах за сентябрь покажу и уже финиш. Ну и идем дальше. Дальше следующий процесс, который я хотела бы завершить. Здесь вроде бы как и немного работы, но тем не менее, знаете, такая кропотливая работа, поэтому здесь нужно внимание, здесь нужно читать, это не просто крестик взял и штампуешь. Здесь вот есть какие-то такие нюансы, которым нужно уделять внимание. Но я себе вот так планировала, то, что я в этом году начинаю, мне в этом году нужно завершить, потому что, ну, сильно уж я быстро завожу новые процессы, так я не вышиваю. Поэтому в этом году начала, в этом году и хочу завершить. Напоминаю, это Gold коллекция Dimensions, гладевый процесс. Называется Sweet Dreams Angel, сладкие мечты ангела или сновидения, сладкие сновидения ангела, что-то такое. Вот, номер набора 1494, размер 46 на 56 сантиметров. Достаточно большая основа, но это сама основа, да, вот, как вы видите. А вышивка здесь частичная, поэтому здесь не так-то много работы. По материалам здесь используются ниточки шерстяные, мулине, металлик, есть бисер. Ну, там различные стежки будут, да, есть бисер, цепочка для фонарика. В общем, интересный такой процесс. Он у меня на начальном стадии, но хотя даже для начального стадия здесь очень много вышито по одеждам. Видите, если вот я вам сразу кладу и картинку, чтобы вы могли ориентироваться. Вот внизу юбка у меня почти вышита. Есть еще элементы золотом, которые нужно обшить. Все остальное, туфелька, здесь все это вышито. Вот одеяние зеленое у меня здесь уже почти готов, плащ, накидка. Вот, и дальше я буду потом вышивать, скорее всего, вот этот кусок одежды, а потом уже сам верх. Поэтому здесь, в общем-то, достаточно реальные планы, потому что шерстью вышивать вот эти вот стежки гладевые, они вышиваются просто. Быстро идет заполнение. Единственное, конечно, вот где какие-то отделки, кантовки, вот там нужно хорошо уделить внимание, времени, и медленно идет процесс. А вот это все, конечно, хорошо продвигается. Поэтому этот процесс, этот дизайн я, конечно, хотела бы завершить. Но буду надеяться, буду работать, а там уже как получится. Вот, получается, конечно, очень красиво. Мне нравится то, что получается. Вот так, если поставить, виден и объем, и структура, и ну как-то так насыщенно смотрится, основа приятная. Ну, в общем, мне нравится, мне здесь все нравится.
И поэтому ставлю в планы, буду брать и вышивать, чтобы, знаете, сильно там не заглядываться по сторонам, потому что когда сильно долго вышиваешь один процесс, и либо там определенную группу процессов, начинаешь скучать, начинаешь заглядываться на другие какие-нибудь наборчики, по начинаниям хочется сделать, но ничего, будем себя держать в руках. Я думаю, что я все-таки что-то начну, потому что у меня здесь на самом деле очень бурная деятельность. Я, наверное, в отдельном видео это все покажу. Вот, но хочу себе вот этот вектор задать, что мне в первую очередь нужно сделать какие-то финиши. Вот, поэтому это цель номер два. Идем дальше. Дальше у меня есть цель номер три. Давний тоже начатыш. Несколько лет он у меня в начатом состоянии лежит. Уже очень сильно отлежался, поэтому очень просится вышиваться. Это в моем дворике набор фирмы Custom Crafts, оригинальный набор. Мне его подарили, я о нем мечтала. Поэтому, как говорится, уж откладывать больше некуда. Нужно брать и вышивать. Размер здесь такой приличный. 49,5 на 35,6 сантиметра. Вот такая красота должна получиться. Дизайн непростой. Но у меня появилась схема в саге. И я теперь, конечно же, во все оружие, так сказать. Организация у меня вот здесь вот так в коробке. Этот процесс у меня долго лежал без каких-либо действий. И вот сага появилась, и в этом году я взялась. И, знаете, сделала просто прорыв. Я достаточно много вышила. Ну, там у меня был один такой подход. Было вышито где-то вот так. И вышелся еще вот этот кусок, половина приросло. Вот, и в этом году я себе ставлю цель, ну, конечно же, не завершить, понятно, работа-то огроменная, сложная, но хочу вот по максимуму, вот что у меня будет получаться, по максимуму я должна продвигать эту работу. Здесь потрясающие зеленые оттенки, которые мне очень-очень нравятся, нитки DMC шикарные, очень они шелковистые. Вот прям я всегда говорю, что в наборах Custom Crafts нитки лучшего качества. Да, нитки в наборах у Custom Crafts действительно отличаются по качеству. Вышивать ими намного удобнее, приятнее. Мне кажется, даже у них и основа немножко своя. Вроде бы как 14-й каунт, но тем не менее все равно какой-то он немножко нестандартный. Вот. Но процесс интересный, несмотря на все сложности, процесс интересный. Цветовая гамма мне очень нравится, особенно вот эти шишки мне нравятся, которые вышиваются очень-очень сложно. Там такое смешение цветов. Но главное мне преодолеть вот этот рубеж с шишками, дальше пойдет уже полегче. Поэтому я ставлю себе в этом году как пункт номер три обязательно работать с этой вышивкой. Вот как я завершу от панны, я освобожусь, и я смогу уже взять какой-то процесс тоже, знаете, ну, чтобы он у меня был в основных, и его продвигать. Возможно, это будет вот этот процесс. Посмотрим, как пойдет. У меня еще есть парочка процессов, с которыми мне нужно поработать. Видите, дизайны достаточно серьезные, и здесь как бы и начинать уже ничего не нужно. Здесь такие серьезные дизайны, объемные, интересные, как говорится, есть чем поработать. Ну, нам всегда всего мало, нам вот мы какие-то рукодельницы, нам все равно мало, побольше еще что-то еще интересное. Ну, производители работают, создают новые дизайны, соблазн огромный, как тут удержаться. Так, еще в этом году обязательно я хочу хоть ну, насколько-то продвинуть вот эту мирабилию, потому что она тоже несколько лет стоит в начатышах. Я ее начала, чтобы, знаете, как бы не забыть про нее вообще, потому что есть такие процессы, которые как бы долго ждут своей очереди. Я ее вот так спешно начала, и поэтому я думаю, что нужно обязательно ее хоть сколько-то продвинуть. Тоже нет каких-то определенных у меня планов сколько, но главное ее
немножко повышивать, чтобы она меня уже потом сама, как так сказать, звала к себе, потому что если будет уже вышит какой-то серьезный кусок, да, уже работу ты никак не забросишь, тем более такую интересную. А напоминаю, что это Mirabilia MD24 рождественское украшение. Вставлю вам здесь картинку, чтобы вы могли посмотреть, вспомнить, как выглядит эта красавица. Там много интересных бусин, бисера, металлика, Rainbow Gallery, потом что там еще, креник. В общем, интересная работа, действительно. Ну вот видите, как-то ей пока не досталось моего внимания. Я хочу вот это исправить именно в этом году, дать ей времени позаниматься. Тем более, что вышивается она очень-очень легко. Основа у меня здесь не по ключу, у меня здесь лен 28 каунта. Вот. Она у меня будет покрупнее по размерам, но мне это нравится. Я хочу, чтобы она была большая. Она какая-то вот такая, знаете, ну, как слово подобрать-то правильно, не знаю, не величественная, нет, но она такая какая-то шикарная, что хочется ее иметь именно в большом размере. Пусть она будет чуть-чуть побольше. Да, вот такая у меня еще работа будет вышиваться, я надеюсь. Дальше, то, что будет вышиваться хотя бы по минимуму по 1000 крестиков, это дизайн, называется «Фестралы» по Гарри Поттеру, схема от Александры Шабашевой. Вот этот процесс я вышиваю в совместном проекте от «Брутальной вышивальщицы мультивселенной», совместный проект «Мультивселенные». Вот, и здесь у меня самое-самое начало, но будет все равно проект этот вышиваться, я его показываю, он будет мелькать тоже в отчетах и в итогах по месяцам. Организация у меня здесь совершенно простая, кстати, ниток здесь немного, но, как вы видите, здесь в основном синие оттенки, есть и другие оттенки, но они там вышиваются ими совсем немножко. В основном, конечно, все синее, будет много бэкстича. И вот видите, я с бобинок беру нитки, и так как здесь коробочка у меня позволяет, у меня какие-то цвета обрели свои ячейки, потому что там нитки, там иголки, ну вот такая, знаете, абсолютно ленивейшая здесь организация. Мне было лень заматывать эти нитки обратно на бобинки, поэтому вот как-то так они и припарковались. Ну, процессу это не мешает, мне в принципе тоже все здесь, каждая бобиночка имеет свою ячейку, поэтому почему бы и нет, потом я их все это замотаю, уберу. Вот, ну, в общем, вот такой тоже процесс, он непростой, потому что цвета здесь однородные, вот эти синие. Вышивка идет вот этого фона в две нитки крестиком и в одну ниточку крестик. Есть узкокрестики, ширококрестики, много будет бэкстича. Ну, в общем, такая вот работа. Как говорится, мне терпение и вам тоже, потому что нужно наращивать вот это синее пятно. Как только оно нарастет, можно будет делать бэкстич и что-то начнет уже здесь показываться. Вышиваю я, по-моему, на линии 27 каунта. Да. Идет 14 каунт по ключу, но я решила взять Линду. У меня другого каунта подходящего не было. Я люблю вот эту структуру, как у Линды и у Мурана. Поэтому отказалась от льна. Ну и ткань-то такая, знаете, доступная. Если захочу вышивать другие дизайны, чтобы они все были на одной основе. Вот такой у меня еще процесс будет идти. И я думаю, это будет заключительный процесс во всей вот этой моей компании. Конечно, что-то еще будет, наверное, вышиваться, появляться. Но как основной костяк я вам показываю, что вот обязательно я должна брать в свои руки. Основной процесс, который я должна вышивать, находится вот в такой коробке. Вот такие, очень удобные, кстати, под организацию. Здесь у меня творческий беспорядок. Да, я не знаю, может быть, кто-то догадался, узнал, о каком процессе я говорю. И это вот такой красивый ангел. Ангел мира от Lavender and Lace. Так, ну вот бликует. Я даже не знаю, как мне поймать. Но все равно бликует. Как-то тут его не лови.
Вот. Это потрясающий дизайн, просто великолепный дизайн, влюбилась в него. Тоже пришлось мне добывать этот дизайн, потому что ко мне с любой страны, с любой точки не просто что-то привезти. Доставка дорогая, и все не так просто, то растаможка, то еще что-то. В общем, целая куча сложностей, но я преодолела все эти сложности, я этот дизайн добыла, я его очень активно начала вышивать. Так, а где основа? Сейчас пойду принесу основу. Так, принесла я основу. Сейчас все посмотрим. Но сначала давайте немножко по организации. Конечно, у меня здесь такая организация, просто ужас. Но как есть, так все и покажу. Хочу показать вам автора. Дизайн разработан Marilyn Leavitt in Bloom. Простите за мой английский. Вот ангел мира. Вышивается на 32-м каунте. Через две нитки переплетения. Размер в крестиках 249 на 270. Вот. Номер основы. Но у меня не такая. Я нашла другую. Потому что оригинальную основу всегда найти очень сложно. Да? Вот ключ здесь такой богатый. И бисер есть, и металлики есть, и Rainbow Gallery есть. У 504 уже номера нет, но снят с производства. Замена 3813. В общем, здесь у меня ключ. Схема копия. Схема оригинальная, чтобы подсматривать, если что не так. Вот. Организация у меня здесь вот такая. Ай-яй-яй. Тут у Юли все на свете. Это значит, у меня под бленды есть два бленда у нас. Пока они пустые. Ну вот нитки в коробочке не так много. Видите, здесь почти 50 цветов. Около 50 цветов, плюс-минус. Вот они все на бобиночках. Видите, сколько у меня ниток. Там комплект. Все это нитки. Все нужно это комплектовать. Одна из моих любимых бискорню. Видите, бискорню у меня работают для игл. Здесь вот видите металлик, потому что некуда его парковать. Он у меня вот здесь вот так. Ой. Дальше, что у меня здесь? Здесь у меня вот столько Rainbow Gallery. Я почему-то решила вышивать вот этими нитками. Можно было заменить и на ДМС, там предлагается либо вот эта нитка золотая, либо можно просто ДМС. Но я решила, мне вот захотелось именно вот блеска, вот такой вот. А так как работа большая, этих ниток используется много, я сначала покупала по одной бобинке, но я поняла, что расход просто сумасшедший. Потом еще делала дозаказ. И вот видите, одна у меня закончилась. По-моему, да, вот она уже здесь вот лежит пустая. Вторая заканчивается, вот третья заканчивается. Видите, расход достаточно такой, ох. Вот, ну что, эта работа того стоит, поверьте. Она настолько невероятная, настолько она шикарная. Пакетики остались. Вот, есть еще вот такая нитка, не знаю, под этот дизайн, не под этот, уже не помню. Дальше дополнительные мотки у меня лежат здесь. Вдруг что? Потом еще вот, наверное, не поместились. Еще какие-то у меня нитки, тут хвостики, остатки. Бисера целая куча. Докупала я бисер еще, вот, видите. В общем, комплектация такая, знаете, достаточно богатая комплектация. Ну, этот ангел того стоит. Ничего не могу сказать, он потрясающий. Сейчас мы откроем основу, мы посмотрим, что я уже вышла. Смотрите, я покупала здесь основу, это от Свайгард. Есть вот такая вот, это Мурана, 32 каунт с разводами. Я думала, может быть, буду вышивать с разводами, но когда я открыла обратную сторону и приложила нитки, мы с мужем посоветовались, и он сказал, да, Юль, на чистой вышивай, чтобы вот просто был как холст. Ну что, смотрите, какая красивая работа. Так, я уберу коробку. А здесь у меня 350 на 70. Я делаю, всегда выбираю центр, потом булавочками отсчитываю вниз,
да, чтобы у меня был центр. Я вышиваю снизу вверх, потому что мне, вот знаете, когда с центра вышиваешь, конечно, но ну, хорошо сразу идет распределение работы, но неудобно. Поэтому я делаю так. Я центр определила, низ себе ровно по центру отсчитала, и вот с этой точки снизу начинаю вышивать вверх. Вот, у меня вышито точно больше половины работы. Я уже приблизилась, вот видите, девушку вышила, мне здесь нужно будет вышивать уже вот голова, но мне здесь нужно вышить землю, чтобы у меня как-то какое-то было равновесие, да, и крылья. Вот я уже буду вышивать. Ой, сейчас смотрю, у меня прям сердце замирает, я уже хочу срочно к ней вернуться, бросить все, наверное, так и сделаю. Раз у меня сейчас такое вдохновение, нужно ее довышивать. Осталось тут уже все чуть-чуть. Вот, и знаете, где я сломалась? Я сломалась вот именно в земле. Здесь идет мешанина. Я тут бедненькая, тут что-то с ней боролась, боролась. Тем более схема такая, знаете, мелкая, вот эта бумажная. Вот, и не выдержала. Сделала заказ на перенабор. Несмотря на то, что у меня уже как бы и да, и вышито. Сделала заказ на перенабор. И мне сделали перенабор, причем в двух вариантах, из пяти, там, из просто с крестиком. И причем мне этот перенабор подарили. Это вообще, вообще невероятный подарок. И дарительница, и мастерица этого перенабора – это Ольга Лукова. Если вам интересен этот дизайн, хотите приобрести перенабор, пожалуйста, к Олечке обращайтесь. Оставлю ссылку ВКонтакте, ссылку в Инстаграме она есть, в Фейсбуке я не очень знаю, может быть, она есть и в Фейсбуке, но я думаю, вы все знаете Олю, она блогер, вышивает, снимает и еще делает перенаборы. Вот она сделала мне такой шикарный подарок. И я вот сейчас открыла эту работу, я понимаю, что я уже готова, у меня ручки прям уже вот-вот-вот-вот-вот скорее схватиться и довышивать. Тем более осталось чуть-чуть, чуть-чуть, да, вот. Давайте вам немножко расскажу, покажу поближе какие-то детали, потому что работа потрясающая, она невероятная по своей красоте. Ну, во-первых, сама композиция, конечно, как вы видите, очень грамотная, очень интересно проработанная. Вот платье, как спадает накидка, очень много золота. Видите, вот это все Rainbow Gallery, вот этот вот металлик невероятный. Конечно, камера может вам этого всего и не передать. Вот так надо показывать. Вот. Нужно ловить какой-то ракурс, какие-то моменты, чтобы все это показать. И вот сочетание, да, вот эти вот полосы зеленые, вот это все вышивается очень легко. Вот это сочетание вот такой легкости в отшиве. И есть какие-то места здесь, конечно, которые очень кропотливые. Все это, знаете, ну, это какое-то волшебство. Я не могу вам передать. Особенно вот этот вот здесь участок. Так, давайте вот здесь. Вот здесь, знаете, много вот этих металликов по цвету. Сам металлик интересно, а еще переходы в металлике сделаны. Как это все блестит. А еще же здесь будет бисер, а его здесь много. Вот здесь будет много бисера. Бисера пока я не вышиваю, потому что все-таки была на раме работа, и знаете, чтобы не продавить. Но я жду уже этого момента, я уже хочу. Ой, какая она красивая. Вот, посмотрите здесь руки, рукава. Вот здесь тоже переходы, здесь три цвета. Видите, чтобы плавно передать, вот как цветопередача, да, вот как блеск идет на рукавах, но он же не однотонный, вот это золото, но тоже имеет свой перелив. Все вот эти пропущенные места, это тоже под бисер. Вот здесь, видите, тоже окантовка. Здесь три цвета, один переходит в другой. Ну, потрясающе. Ну, вот, ну, я не знаю, девочки. Вот это сложное место. Вот здесь мне нужно будет сесть, как говорится, вдох-выдох, расслабиться, не спешить, потихонечку вышивать. Вот здесь очень красивое декольте. Рукав у меня еще не дошит. Надо срочно все это доделать. И крыло. Крылья, конечно, будут большие тоже. Вот здесь вот оно так начинается, будет идти почти до края основы. Вот такое огромное будет крыло. Вот такое будет огромное крыло. Тут тоже как бы есть над чем поработать. Вот. Кусочек. Сейчас я покажу картинку, чтобы вы понимали. Вот видите, какое оно большое.
Здесь вот такое вот крыло. Вот. Ну, а лицо, скорее всего, я буду вышивать крестиком, потому что очень мелко. Я свои глаза хочу все-таки пощадить. Вот я руки вышила, посмотрела, красиво. Все красиво, мне нравится. Поэтому и лицо я буду вышивать, скорее всего, крестиком. Можно, конечно, петитом сделать. Я вышиваю через одну нить переплетения. Но все-таки через одну нить переплетения, если вышиваешь на Лугана, это одно. А здесь все-таки Мурана, еще мельче каунт. Нет, все-таки это будет у меня просто крест. Я думаю, что будет все хорошо, потому что крестики, видите, они аккуратненькие, маленькие. Я думаю, будет все хорошо. Ну, как еще мне нахвалить эту работу? Я даже не знаю. Здесь столько красивых участков, интересных. По крестикам здесь много вышивать. Она большая, эта работа. Но, тем не менее, меня это не останавливает. Вот здесь тоже будет все тоже с бисером. Видите, мало того, что золото, еще и бисер здесь будет. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я отдохнула от этой работы, да. Я как-то, у меня был период, я ее прям взахлеб, я не знаю, как прям все так вышивала. Сейчас отдохнула, достала, посмотрела. У меня опять появилось вот это, знаете, вдохновение, запал. Тем более, что осталось чуть-чуть. И в планах на этот год обязательно завершить. Поэтому все. Вот прям начинаю сегодня с ней работать. Да, вот такое у меня получилось видео. Это все мои вот такие небольшие планы на этот год, до конца года. Что получится, не знаю, что получится. Я думаю, что, скорее всего, что-то у меня еще и начнется, потому что я немножечко так уже вам сказала, что я здесь тут поняла какие-то схемы, комплектую, что-то я уже сочиняю. Мне еще делают один перенабор. В общем, у меня это, знаете, на наваждение, рукодельное, вышивальное наваждение, покупки, что-то начать комплектовать. Не знаю, что с собой сделать. Вот, ну, наверное, нужно свою энергию направить на вот эту, на этого ангела, вышить, оформить, и будет мне большое счастье. Вот такие мои новости. Надеюсь, вы с удовольствием повышивали, провели время. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Всем пока-пока.